Встреча Андрея Вихарева с жителями Бужарова началась с разговора о необходимости благоустройства дворовых территорий. В РИО главы сообщил о своих планах выполнить эту программу за 3 года – с 19 по 21. Я считаю, что это в наших руках, и это не такая большая сумма там, для нашего городского округа. То есть это порядка, мы где-то предварительно смотрим, это 700-800 миллионов рублей. Если на 3 года мы эту сумму разбиваем, то по 280 миллионов в год мы должны делать. Причем мы понимаем, что эта ситуация идет с софинансированием Московской области. Проблемы дворов обсуждаются почти на каждом собрании. Собственно, как и тема несанкционированных свалок. В деревне Синево неизвестная группа людей работает по стандартной схеме. Привозят, сгружают, перебирают и жгут по ночам. Поставили забор, но это нас не спасает. От запахов, от вот этих всяких испарений. Смотрите, это наш вопрос, мы его взяли на контроль с Гособлтехнадзором, мы отработаем эту ситуацию. Если нужно будет подключить органы внутренних дел или там прокуратуру, соответственно, мы сразу напишем заявление. Был вопрос, который касается исключительно бужаровцев и москвичей, которые проводят время в деревне. Это пробка от монастыря протяженностью 7-8 километров. Решение лежит на поверхности вопроса. А именно, вот этот холм, который сейчас немножечко подрубили и делают пешеходную дорожку, его надо весь снести, он насыпной этот холм, и сделать 2 ряда налево, 2 ряда направо. И... Знаете, вот сейчас от приезжих у нас проблема, а не благодаря кому-то, да? Сейчас есть проблема с приезжими. Сейчас мы должны проговорить этот новый формат. И если люди у нас не прописаны, это очень плохо. Очень плохо. Значит, налоги мы не добираем. Значит, развивать территорию мы эффективно не можем. Это объективно так. То есть, это чисто московская тема. А вы что тут для нас ничего не делаете? Вы прописаны у нас? Вот просто скажите, пожалуйста. Я зарегистрировал. Но не прописан. Нет. Понятно. Все я понял. Все я понял. Сами живете где, в Москве? Да. Все понял. Хорошо, присаживайтесь. Затем о своей проблеме поведали жители деревни Бабкино. С сентября этого года в их розетках очень низкое напряжение. У нас напряжение 164 вольта в розетке. Ну, понятно. Я не знаю, у нас разбиралась Мосэнерго, теперь они уже даже не отвечают на наши вопросы. В деревне Бабкино мы поставили второй дополнительный трансформатор, разгрузив существующий. Но так как нету там газа, все... Когда появляется дополнительная мощность, они, соответственно, все начинают... То есть у вас не хватает мощности? Да. Сейчас планируется еще увеличение мощности в деревне Бабкино. У меня просьба какая? Вы разберитесь с этой ситуацией и дайте мне именно, как мы решаем этот вопрос. Также жители отметили, что 2,5 года назад на такой же встрече с руководством района они попросили сделать Бужарова парк. Никаких действий не последовало, и теперь они обращаются с этой же просьбой к новому главе. Кроме этого, они сообщили, что остро нуждаются в хоккейной коробке, отметив также, что Бужарова по праву считается самым спортивным поселением городского округа Истра. Вот я с министром спорта проговорю. На этот год, не знаю, успеем или нет, хотя он предлагал несколько коробок, и программа открытая или там закрытая, я пока не понимаю. То есть они должны были программу закрыть до 15 числа. Если программа еще не закрыта, то мы эту коробку сделаем на 2019 год. Если она закрыта, то мы тогда ее поставим на 2020 год, потому что такая возможность как раз есть. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра РФ.